подписывайтесь на мой канал. Будет много интересных дел. Лайки не забудьте поставить. Здравствуйте! Вы находитесь на приеме у врача. Как вы знаете, многие дети сейчас очень часто выходят на улицу гулять. И ведут себя там неприлично, некультурно, неправильно. И начинают сцепляться, и начинают драться. Потом приходят домой не такими, как выходили из дома. И приходят они с синяками. Синяки. Когда многие приходят, они начинают доставать из холодильника лед, там мороженую курицу, и начинают прикладывать к синякам, там пельмени, вареники. Ну и это, конечно, помогает, но очень-очень-очень-очень слабо. Так что я, как доктор, вам советую. Нужно мазать вот такой вот мазью. Мазь называется бодяга. Очень хорошо помогает, вообще классно. Вот, смотрите, какая, по-честному сказать, похожа на какашку. Вот, смотрите, вот такая вот мазь, вот видите, и вот так вот ее нужно мазать. Вот, смотрите, намазываю, вот тут вот все синяки, все места, вот хорошо нужно мазать. И чтобы, в общем, все хорошо впиталось и хорошо, в общем, все было. Нужно мазать бодягу желательно раз в день, ну как, не раз, а на ночь. Очень хорошо мазать ее на ночь, чтобы вы спали, и оно там хорошо все впиталось. Но вообще нужно мазать два раза в день, минимум два раза в день. Чем больше, тем лучше. Ну, это, конечно, в любом случае, чем больше, тем лучше. Эта мазь, она поможет после драки с Сережей. Очень хорошо помогает. Пользуйтесь, помогает очень хорошо от синяков. Все. Подписался на мой канал. Будет много интересного. И лайки не забудь проставить.